Это да. Итак, как я понимаю, у вас, значит, вокал, у вас клавиши, также у вас, ну, понятно, ударные, понятно, что у вас все, что связано, опять-таки, у вас клавиш много, да, правильно? У нас клавишный, вот Алексей, клавишный, компьютерный, да, у нас, ну, там, 50-60-70% это действительно, это компьютер, это... На концерте это более живо, конечно. Да, концертный, это немножко другое звучание. Концерт всегда пожестче получается. Да, да, да. Вот, я уже говорил, в прошлом интервью я говорил, что это, в нашем случае, это агрессивная романтика. Вот так вот. Агрессивная, но все-таки романтика. Ну, да, да. Сейчас поставим трек номер 8. Мне тут ребята пластинку залили, так что она теперь в базе у нас тоже имеется целиком. Команда Модуль, это я к слушателям обращаюсь. И поэтому я не знаю, как песня называется. Написан трек номер 1, по номер 2. Леша знает, у него вообще, я честно скажу, я иногда удивляюсь, потому что когда он работает на компьютере, он заходит там в папки свои, у него там сплошные цифры. И он там открывает там папка номер 3228. Это да, да, я там понимал, пароль, ты понимал. Вот, в общем, целая история. Вот. А этот трек, кстати говоря, такой же очень романтичный, лиричный. И вот, собственно, опять же... Там от рока вообще ничего нет, по-моему. Да, вот. И просто очень хорошая песня. Просто музыка поставим, да. А что касается рок-музыки и так далее, опять-таки всем гостям студии задаю вопрос, на какой музыке вы росли? Говорить честно. Я... Вот мы ехали как раз, сюда очень много это обсуждали. Вот. У меня вообще дикий каламбур, там, симбиоз, но вырос. Начинал я вообще слушать музыку, там, да. Вот прям меня зацепило, это от Queen. Queen, это была там номер один группа. Потом, конечно, пошел Depeche Mode, и потом пошло, и там разные уже группы, там тяжелый рок, там легкое и тому подобное. Но вот это две основные группы, которые действительно как-то повлияли на мое творчество и, ну, собственно. Да, вот мы, кстати, ехали в поезд, и прибывает тебя. Как старые дедушки, то есть начинает знать свой молодость, как будто мы уже старые, и вот то, что Рома слушал Queen, да, почему-то для меня это было откровением. Я не знал, что Рома очень любил Queen, и когда мы с ним познакомились, он любил Depeche Mode, а тут выясняется Queen. Хотя, действительно, группа, я тоже очень люблю Queen. Я вырос, мне очень люблю группу Yellow, Pink Floyd, тот же сам Queen, Depeche Mode. Разноплановая музыка, на самом деле, действительно. Главное, чтобы она была качественная, и чтобы у музыкантов был какой-то свой язык. Когда у музыкантов нет языка, и они какие-то вот... Неинтересно, они сбываются, они, может быть, актуальны какой-то день, но какое-то время о них забываешь. А многие песни, которые я люблю до сих пор, они как-то вне времени. То же самое и Майкл Джексон, и Пинк Флойд. Они не устаревают, они всегда интересны, потому что в них есть материал интересный. Как у вас с концертной деятельностью? Насколько вы сейчас скажете, что вы сейчас больше в студии, да? Но тем не менее, концерты есть, и насколько они активны, и куда, и как? Можно сообщить не только о ближайшем еще раз концерте здесь, в Петербурге, но и вообще о ближайших каких-то планах. Вы знаете, наверное, у нас сейчас вот так происходит. Обычно это все как бы по каким-то желаниям, наверное, так, вот больше на данный момент. То есть нам нужен концерт, у нас есть люди, которые действительно заинтересованы в концертах, которые хотят, чтобы мы выступали, вот, но на данный момент, мы, наверное, вот на данный момент решаем, стоит ли это или не стоит, да? Не приводом нет. Да, понятно, это да. Не гонка какая-то, там есть категория музыкантов, которые готовы там играть там без конца. На данный момент вот мы все-таки как-то больше углублены, идем к тому, чтобы действительно сделать материал, вот, обыграть его, ну, сначала внутренне, а потом уже выдать его. И поэтому сейчас на данный момент концерты, ну, немножко на втором, а то и третьем плане. Вот. Но лично для меня, как бы, мне сейчас надо комфортнее вот с Лешей, например, посидеть, действительно, там, поковыряться, попить и именно сделать какой-то материал действительно хороший. Вот. А так вот, действительно, вот наши друзья, которые, опять же, нас сюда вот привозят, я повторюсь, вот Александр,
Вот, никогда не откажем, и потому что Санкт-Петербург в этом плане, как бы, это вообще наш город. Мне вообще кажется, он ваш город, да. Я удивляюсь, почему вы до сих пор не здесь живете. А я вам скажу, у нас был концерт недавно в Москве, вот, и к нам подошел один человек и сказал, что я вас очень долго искал, не мог понять откуда. И кто-то мне сказал, что вообще Санкт-Петербург дико знаменитая группа, что вы из Питера, и что... Вот, я сказал, что нас там, конечно, уважают и любят, но мы не оттуда. Вот, поэтому, ну... Но по тебе прям тут близки, кстати, да, есть такое, да. Да, потому что вы ищете что-то новое, и вы... Ну, вы какие-то, да, вы какие-то свои, это точно. А там странные свои, да? Нет, ищут, но они как-то меньше ищут. Они москвичей уже-то есть. Не успевают. Нет, у них этого нет, кстати. Ну, не этого, я не у всех. Это все очень индивидуально. Нужно, наверное, каждый раз говорить об отдельном артисте, об отдельной группе. Потому что так нельзя чухом. Но я имею в виду, что если говорить о той прослойке, как это, вот есть же среда. Вот если сама среда, то она, конечно, в Петербурге более ищущая. И мне кажется, все-таки Питер, он более музыкальный город. Ну вот если в этом плане, в плане среды, а отдельно взятые люди, они это просто отдельно взятые люди, это уже не люди Петербурга или Москвы или чего-то там, а граждане мира. Мне кажется, так это называется, потому что у музыканта в конечном счете нет родины. То есть она есть, но ее нет. Ну да, да. А он... Основы нет, он все равно... Но музыкант должен быть свободен мозгами, опять про мозги, да. Тело может быть там в каком-то городе, а мозгами он, соответственно, должен быть более широк. Да, ну вот, в общем, вот в таком духе. Вам нужно привет передавать дочке. Дочке обязательно привет. Я вот прямо вот они мне присылают фотографии, мне дочка. Кстати, хотел сказать, это событие, которое вот, рождение моей дочки, это вообще моя жена. И супруга, а как зовут? Полина. Полина. Да, и моя супруга Катя. Это вся моя жизнь. Собственно, вот 2 года, которые вот рождение и при рождении, немножко выбило меня, кстати, из музыкального плана, вот, потому что я полностью углубился, я до сих пор как бы отдаю всю свою семье, мне очень, это очень нравится, я не то, что нравится, я просто живу этим, вот, ну и, собственно, вот тоже в музыкальном плане это тоже отдается, это тоже, я передаю привет, я вас очень люблю. Вот, я скоро приеду. Ну, прежде нужно сыграть концерт в клубе «Да-да». Еще раз, во сколько, куда? В 11 вечера открытие клуба. 23:00. Да. Вот, мы вас всех очень ждем. Приходите, я думаю, что это будет очень хороший концерт и будет очень тепло и дружно. На студии были «Модуль», это Роман Лямцев, это Алексей Савостин. И мы встретимся вновь, безусловно, с ребятами, они нам расскажут новости. Так что, когда в следующий раз будете, заезжайте. С удовольствием, спасибо. Спасибо вам огромное. До свидания. Ура! Работают профессионалы. Ура! Мы все сделали? Отлично.